еще не остыло тело царя Ивана Васильевича, а во дворце уже начался мятеж. Иные бояре не захотели целовать крест убогому Федору, а захотели целовать крест пеленочнику, младенцу, царевичу Дмитрию. Помнили сладкие времена боярского правления при младенце? Но начальственнейшие бояре мятеж легко подавили. Уже утром из ворот Кремля выехал этот санный поезд. Везли в Углич, в родовой удел царевича Дмитрия младенца, мать его Марию Нагую и братьев ее. Царь Федор наружность имел весьма нецарственную. На маленьком теле огромная голова с этим родовым носом палеологов. И когда он в этой золотой одежде, жалко сидящей на этом хилом теле, в шапке Мономаха, на трясущейся голове, с трудом волоча ноги, как писал летописец, скорбел ножками и, тяжело дыша, появлялся в думе, бояре опускали головы, стараясь не глядеть на него. Но в думе он появлялся не так уж часто. Время проводил в молитвах, и, как писал летописец, больше был создан для пещеры и кельи, чем для царства. Так, как и положено при слабом царе, начальственнейшие бояре, это те, кого Иван оставил в помощь своему жалкому сыну, немедля начали воевать друг с другом. Составились две партии. Одна партия родовитых бояр самых, Рюриковичей, возглавлял ее Иван Петрович Шуйский, герой обороны Пскова, великий воевода, один из немногих шуйских, недорезанных царем Иваном. Туда же входил глава думы, боярин Мстиславский Иван. А против них была партия уже новых людей, выдвинувшихся при царе Иване. Это были два родственника царя, ее возглавили Никита Романович Романов и боярин Борис Федорович Годунов. Никита Романович, правда, в скорости заболел и на смертном одре взял клятву с боярина Годунова не отодвигать после его смерти многочисленных Романовых от власти. Ну, естественно, боярин Борис Годунов клятву эту быстро и нарушил и стал во главе партии. Годунов происходил из рода татарского Мурзы, который в XIV веке отъехал из Большой Орды на службу к московскому князю. И в этом не было ничего зазорного. Как шутил наш историк, боярство в Москве весьма напоминало каталог этнографического музея. Кого там только не было. Ну, к примеру, сами Романовы. Их предок отъехал из Прус, Андрей Кобыла. Бояре Салтыковы, Морозовы, предок тоже отъехал из Прус. Отъехавший из немец основал род Толстых. И множество потомков Витовского князя Гедиминаса. Это князья Голицыны, Трубецкие, Мстиславские, Бельские, Гедиминовичи звались. И также многие отъехавшие из Орды основали роды Апраксиных, Юсуповых, Русовых и Годуновых. Годунов сделал свою карьеру совсем в молодые годы стремительно, двумя женитьбами. Один брак был его с дочерью самого страшного человека при Ивановом дворе, Малюты Скуратова. А другой брак был брак его сестры с будущим царем Федором. Вот в этой борьбе с партией знатных Годунов преуспел легко, аппаратчик был опытный. Так что в традициях покойного Малюты организовал донос слуги сначала на князя Мстиславского Ивана в том, что хочет отравить его на перу. И князь Мстиславский был пострижен в монастырь, а там его и уморили. И тоже проделал и с князем Шуйским. Иван Петрович Шуйский был брошен в темницу, и национальный герой удавлен. Удавлен был и брат его Андрей. Так что 30 с небольшим ему было,
когда он стал правителем при безвластном царе Федоре. Русь при вот этом правлении Годунова, при жалком царе, отдыхала после всех этих казней бесконечной крови Ивана. Грузия добровольно присоединилась к Москве. Война вел удачный, а главное, кратковременный. Ну и, наверное, венец, главное деяние учреждения патриаршества на Руси, что придало великий блеск царствованию Федора, а точнее правлению Бориса Годунова. Вот в это время он и сделал две больших ошибки. Ну, сначала вызвал из ссылки родственников погубленных им шуйских, Василия Ивановича, шуйского с брата. Василий Иванович, жалкий, подслеповатый, шел ему пятый десяток, терялся на фоне вот этих великих, знаменитых шуйских. Вызвал он его из ссылки не потому, что забыл основной завет грозного царя Ивана: врага можно простить, но предварительно его надо убить. И нет, не по милосердию, а резон был, о будущем заботился. Очень ему в будущем нужен был князь Василий Иванович, если бы он только знал, какой ад был в душе этого подслеповатого боярина, как ненавидел он его. И главное, какая голова была у него. Действительно, плод Иванова царствования. Закоренел в интригах. Это была голова, способная на азиатские коварные игры. Ну и, чтобы себя обезопасить, Годунов женил его на родственнице Романовых, почитал их соратниками и понял, что не простили Романовы ему, что отодвинул их от власти. Это нормальное романтическое состояние русских правителей. Кажется, что все их любят. В 91 году и последовало то роковое событие. В это время все в Угличе. Младенец-то Дмитрий уже стал отроком, и много тревожных слухов доходило, что похож на своего покойного отца. Людей лепит из снега и дает им имена, ну, например, Бориса Годунова, и рубит их после того саблей. Так что Бориса Федоровича Годунова было только два пути – ждать, пока умрет Федор, который был бездетным, а ждать от этого слабосильного ребенка отчаянно было. И на престол вступит Дмитрий и удавит его. И второй путь, коли Дмитрия не будет. Тот путь много обещал. Коли Федор умрет бездетным, то это же означало новая династия, которую должен основать достойнейший. А кто был тогда достойнее его? Правда, тот путь был жестокий, но у человека, который прошел Иванову школу, который воспитывался при Ивановом дворе среди этих всех кровавых казней, который уже успел до этого уничтожить в темницах, заморить и убить всех своих соперников, ну, наверное, у него было свое понимание жестокости. Тем более, что англичанин Флетчер, который в первые годы царствования царя Федора побывал в Москве, сразу предсказал: убьют царевича Дмитрия. Почему предсказал? А потому что царевича этого убили бы и в Лондоне, и в Париже, потому как одним своим дыханием он угрожал власть имеющим. И в 1591 году, в мае, и пришло из Углича известие: убит царевич Дмитрий. Боярская Москва тогда много рассказывала обстоятельства. Оказывается, приказные люди, Михаил Битяговский с товарищами, вот те, которым Годунов поручил надзирать за хозяйством Нагих, пришли во двор Нагих. Царевич играл в это время. Они его позвали и попросили ожерелье показать. Он головку поднял, они его ножом-то и полоснули.
Это было время любимого в Москве после обеденного сна, который был обязателен для людей благонамеренных и религиозных. Поэтому и мать царевича, и братья почивали. Но звонарь в соседней церкви увидел, и в колокол зазвонил, и народ прибежал и растерзал убийц. Вот что рассказывала боярская Москва, повторяла толпа. Но Годунов-то ответ заранее приготовил. И была назначена правительственная комиссия расследовать обстоятельства дела в Угличе. Митрополит туда вошел, окольничий Андрей Клешнин, а во главе ее он поставил того, кто должен был показаться беспристрастным в глазах всей Москвы, родственника умерщвленных Шуйских, князя Василия Ивановича Шуйского. Так он ему пригодился. И князь Василий Иванович привез из Углича нужное заключение следствия. Все единогласно подтвердили допрошенные версию фантастическую. Оказывается, царевича Дмитрия никто не зарезал. Оказывается, царевич Дмитрий зарезал сам себя. Это была любимая русская унтер-офицерская вдова, которая всегда сама себя высекла. Оказывается, был болен он черной падучей болезнью. И приступ с ним случился, когда в ножички, в тычку играл. Вот он ножичком себя и полоснул, и упал. И в конвульсиях-то и скончался. А мать его, Мария Нагая, и братья ее прибежали, народ возмутили, объявили, что приказные убили. И люди-то побежали, и всех приказных побили. Вот за это Марию Нагую и братьев ее разослали по ссылкам и монастырям. Марию постригли, и стала она инокине Марфа. И даже колокол наказали, язык ему отрезали и в Тобольск сослали. Вот более коварного заключения хитроумный князь привести ведь не мог. Убийство было, а убийцы не было. Люди знали, так не бывает. И потому они повторили: Годунов убил, он и убийца. Пороховая была эта бочка. И век заканчивался, когда в 1598 году и произошло это великое событие. Умер бездетным царь Федор. Ну, это же была не просто смерть царя. В могилу сошла великая династия московских Рюриковичей. Правда, через 400 лет в останках царя Федора найдут повышенное содержание ртути. Так что, возможно, и тут боярин поторопился, ждать надоело. Надо представить, какое впечатление было тогда у людей. Порвалось цепь бремен. Природные цари ушли, хозяева земли ушли. Но самое страшное, люди понимали, что теперь на царство-то придет Борис Годунов. Не только потому, что не было в нем ни капли крови природных царей, но кровь природных царей была на его руках. А все знали, что сулит царствование царя Ирода. Так что недаром вот этот окольничий Андрей Клешнин, который был в этой комиссии, которая в Углич ехала, тотчас в монастырь постригся, будто великий грех решил замолить. И сам Годунов, он человек был московского государства. Впоследствии он скажет: испуган был я сиянием священной царской власти, и правду скажет. И хотя никаких ведь соперников у него, даже маленьких, не было, пришлось ему придумывать изощренную, труднейшую, длиннейшую целую пьесу о переходе власти к нему. Акт первый был простой,
царствовать начала жена Федора, Ирина. Ну, а далее для Годунова было ясно. От Ирины Годуновой как бы власть переходит к Борису Годунову. Какая-то легитимность в этом соблюдалась. И через 9 дней уже Ирина объявила: «Я царица бесчадная, и родила чада, сгубила курень царский», и ушла в монастырь. Теперь правила Боярская дума во главе с патриархом. Земский собор собрали, и Земский собор единогласно постановил просить на царство Бориса Федоровича Годунова. Он отказался, опять просили, опять отказывался, затворился в Новодевичьем монастыре с сестрой, и был устроен этот апофеоз, третий акт пьесы «Моление о царе». Из кремлевских соборов были вынесены все эти святые иконы, не раз спасавшие Русь. Впереди шел патриарх, за ним синклит, потом шли бояре, приказные люди, народ московский. И пришли в монастырь по знаку патриарха, люди пали на колени, женщины бросали детей озим. «Согласись, жестокосердные, уже в келье царица сказала патриарху: ради плача вашего рыдательного, ради Бога, ради икон святых, отдаю вам брата, пусть будет он государем вашим». Но народ-то все равно знал, не по чину взял. Это было общество, воспитанное в великом неуважении к собственному мнению и в великом уважении к природным царям. Выборный царь, он же ведь царь не настоящий. Это еще Иван Грозный писал в письме к Баторию, выбранному польским сеймом королю польскому. Так что первый самозванец-то явился. Это и был Земским собором единогласно поставленный на царство Борис Федорович Годунов. Он обезумел от счастья и сказал, обращаясь к патриарху: «Отче, великий патриарх, клянусь, в моем царстве не будет ни нищих, ни бедных». И, рванув на себе ворот вышитой сорочки, сказал: «Последнюю рубашку разделю с поданными». Люди слушали его в великом смущении. Они знали, что природный царь не отдавать должен, а забирать последнюю рубашку у поданных. Свое царствование он начал с наведения порядка. Крестьян прикрепил окончательно к земле этих землепашцев. С казаками боролся. Если все называли себя холопами, казаки были единственные люди в московском государстве, которые называли себя вольными казаками. Служили государям добровольно за землю и воду. И государи московские посылали им продовольствие, свинец, порох. Годунов все запретил и велел бросать в темницу казаков, коли будут в города приходить. Вместо казаков начал строить крепости, охранять границы. Со взятками боролся. Боролся. Истово доносчиков засылал в приказы. И взяточников кнутом секли. Имения отбирали все. Здесь я немножко его не понимаю. Он был опытный аппаратчик. Неужели он всерьез думал, что взятки на Руси – это преступление? Это же сама суть азиатской бюрократической системы. Так что, конечно, взятки продолжались, просто были куда более хитроумными. С крашенными яйцами в руки совали или за иконы клали. Так что вот этот Штаден прав, когда он латинскими литерами записал русскую пословицу приказную: «Рука руку моет». Так что Борис Федорович Годунов восстановил сразу так против себя тех, кто главной опорой должны были быть приказных людей. Так он собирал армию своих
ненавистников. И вот в это время и начинают происходить вещи, которые вызовут замешательство будущих историков. Не был он в мнительности и в подозрительности замечен. А тут вдруг последовало множество опал непонятных на самых родовитых бояр и самых важных. И действовал он в знакомом стиле покойного Малюты. Вот здесь, в палатах Романовых, в подвалах, и были найдены мешки, в которых оказались ядовитые коренья. И обвинены были Романовы в том, что решили извести царя. Посадили их на телеги и отправили по монастырям и ссылкам. Так что из всех Романовых уцелеют только двое. Осанистый Федор, постриженный в монастырь под именем Филарета, и Иван. Опалы коснулись и шуйских даже Василия Ивановича, и мстиславских, сицких, черкасских родственников Романовых тоже разослали в ссылки. И вот в это время, будто бы необоснованных опал, произошло событие. Из чудового монастыря бежал монах. Был он сын мелкого дворянина, которого убил в немецкой слободе какой-то литвин. В миру звали его Юрий Отрепьев, в монастыре Григорий. Видимо, был великой образованности монах Григорий Отрепьев, потому что в чудовом монастыре, который был центр переписки книг, книжной образованности, он так выдвинулся, что патриарх Иов взял его в свою келью и даже во дворец водил. И вот этот образованнейший монах вдруг стал совершать какие-то непонятные безумства. Он объявил, что скоро быть ему царем на Москве. Произошло, конечно, то, что он должен был предвидеть, доносчики. Там была же целая армия. Так что почти моментально последовал гром из дворца. Дьяку Смирному было велено взять чернеца и под караулом везти его в Кирилло-Белозерский монастырь, откуда даже вельможи не возвращались. И вот тут было второе непонятное безумство. Вот этот дьяк Смирный забыл про царский приказ. Как справедливо напишет летописец, что могло быть только каким-то колдовским наущением дьявола. Забыть про приказ царя, бога-человека, это означало ведь смерть, что и будет потом с дьяком Смирным. И монах Григорий преспокойно ушел из чудового монастыря и направился в Литву, за границу. В Литву он пошел не один. По дороге к нему пристало еще два монаха, Варлаам и Мисаил. И вот тут деталь интереснейшая. Оказывается, до пострижения в монастырь вот этот монах Григорий служил в хоромах Романовых бояр и черкасских. А сопровождавшие его два монаха, Варлаам и Мисаил, как напишет Варлаам в своей челобитне, встречались в хоромах князей шуйских. Так что вот эти путешественники-то все принадлежали к одному кругу. Князей шуйских, бояр Романовых, вот тех, на кого посыпались вот эти будто бы непонятные опалы. И в Литве всю троицу с распростертыми объятиями встретил один из богатейших людей Литвы, князь Константин Острожский, вот ждал их. Осталась книга, в Польше хранится. Пожалована князем Константином Острожским в августе 604 года монахом Григорию, Варлааму и Мисаилу. И приписка. Монах Григорий и есть спасшийся царевич Дмитрий. Царевичем Дмитрием
монах Григорий объявил себя в замке князя Адама Вишневецкого. До этого бурную деятельность развил. Рясу сбросил, польскому и латыни в Гоче учился. Потом, по слухам, даже был у казаков, пушечному делу учился. Вернулся в Литву и поступил слугой в замок князю Адаму. И здесь объявил, оказывается, лекарь, узнав о готовившемся злодеянии, царевича Дмитрия подменил другим мальчиком, которого и убили. А он вот спасся. И в доказательство крест показал, который надел ему на шею боярин Иван Всеславский. И такой крест был воистину царский, видно, что знавший толк в драгоценностях князь Адам поражен был. Вот там, в замке родственника князя Адама, и произошла роковая встреча. Там, объявивший себя Дмитрием, и увидел Юрия Мнишика, сандомирского воевода и хранителя королевского замка в Самборе, и дочь его, красавицу Марину. Марина действительно слыла красавицей, но вот если там взглянуть на эти гравюры, этот острый нос, эти тонкие губы, эти опасные волевые черты, не свидетельствуют о красоте, но не могли, видно, гравюры передать вот эту обольстительную грацию, этот зов плотский, которыми сводили с ума польские женщины всю Европу. Ну, почему влюбился он? Ну, это понятно, что видел этот чернец. А она с детства, ее гордость пугала даже ее отца. И когда она увидела этого человека, ведь ей говорили, предсказывали, что быть ей королевной. Его описание составил папский нунций. Роста среднего, сложен хорошо. Бородавка на щеке в уровень с правым глазом. А на кисти рук породистые, тонкие. И, как писал нунций, все манеры, речь, походка, привычка держаться – выказывают великое благородство и величественность. Но главное, как он рассказывал, это его вера, которая гипнотизировала настолько, что даже вот этот проныра, хитрец Юрий Мнишек поверил, и Марина поверила. Возникший из небытия царевич развил бурную деятельность, пишет письма польскому королю, римскому папе, обещает вселенскую мечту осуществить Римской Церкви, привести православную Московию в лоно Рима. Рим должен был победить Византию. И вскоре они появились, иезуиты, в Самборском замке. Проверять приехали. Он им и рассказал. Оказывается, ждут его в Москве самые влиятельные люди. У иезуитов была агентура по всему свету, так что с изумлением выяснили, ждут, действительно, и люди самые влиятельные. И потому велено было привести его в Краков, в столицу, королю. И произошла эта встреча с королем. И хотя вельможи объясняли королю, что неизвестно, взявшийся проходимец, что не нужно из-за этого ссориться с могущественным русским царем. Но сила, вот эта гипнотическая вера этого человека. И короля увлекли, признал его московским царевичем, правда тайно, но назначил жалование. В это время был составлен фантастический брачный контракт со многими печатями. Марина обещала выйти замуж от забывшего слугу, но при условии, коли сядет он царем на Москве. Но самое удивительное было в конце. Контракт считался действительным только в течение года. В течение года этот человек, у которого было
2000 польских воинов, которых обещал ему Мнишек, да и то в будущем, в перспективе. Вот он намеревается победить могущественнейшее государство с великой армией, великого правителя, перед которым трепетали и Азия, и Европа. Наверное, в мировой истории немного подобных авантюр. Разве что возвращение Наполеона с острова Эльбы. И в сентябре его армия, а там было всего 4000 человек, 2000 поляков, 2 казаков, выступила из Львова. И как сразу занервничал всесильный царь Борис. Да нет, он знал, что Дмитрия убили в Угличе, 3 дня лежало его тело в церкви. Но он понял весь ужас этого слуха. Природный царь возвращался. А ведь он, Борис, был царь выборный, не настоящий. И страшный слух последовал. Все северские города без боя предались под власть вот этого самозванца. Борис вызвал инокиню Марфу, мать Дмитрия. Привезли ее из дальнего монастыря, и он попросил объявить ее народу московскому, что Дмитрий умер и похоронен. А Марфа вдруг сказала: может, умер, а может, и жив. Не знаю, люди разные говорят. И тогда дочь Малюты Скуратова, царица, свечой захотела выжечь ей глаза, и Годунову пришлось их разнимать. Шуйский оказался сговорчивее, слобного места объявил: царевич Дмитрий похоронен в Угличе. Но люди говорили: а что слушать его, человек он подневольный, что ему приказывает, то и говорит. 50-тысячную армию под водительством князя Ивана Мстиславского, сына вот того Мстиславского, которого уморили в монастыре, выслал Годунов против объявившего себя Дмитрия. У Дмитрия в это время было 15 тысяч, казаки к нему еще прибежали. И состоялось сражение, и чудо состоялось. Он был бесстрашен, он ввел войска, будто знал, что он неуязвим ни для мечей, ни для пуль, ни для копий, секир. Ну, наверное, вот это ощущение, которое было у Жанны д'Арк, которое бывает у людей, одержимых верой, будто верил он действительно, что он Дмитрий, будто знал, что Бог ему покровительствует. И победил 50-тысячную армию. Правда, слишком легко проиграл князь Мстиславский сражение, будто напомнил царю Борису о погубленном отце. Но следующего чуда не случилось. Поляки ушли от Дмитрия, морозы московские надвигались, да и жалований он не платил, все обещаниями кормил. И в следующей битве разбили его. Хотя по-прежнему отважен был, и также в гущу боя бросался, и затворился он с остатками армии в Путивле. И царь Борис уже ожидал, торжествовал будущую победу, и случилось непонятное и стыдное. Воеводы будто замерли. И у Кром, где воевода Салтыков запер отряд самозванца, где уже были разрушены стены, когда воевода приказал своим солдатам отойти. И занесенная грозная рука царя Бориса покарать изменников бессильно пала. 13 апреля случилось это страшное. После пира кровь хлынула у него из носа и горла, и в мучениях он скончался. Бояре говорили: «Господне наказание», а мы скажем скорее «боярский яд», что и увидим в дальнейшем. Царем стал молодой Федор. Годунов готовил его царствовать, учил быть миролюбивым, ровным правителем. Европейски образованный, он, наверное, обещал первое просвещенное царствование в Москве, но смута была уже в Москве. И вот парадокс.
конь рвался из узды, и нужно было быть жестоким. Но внук Малюта Скуратова мог быть мудрым, но он не умел быть жестоким. И армия изменила. И уже князь Голицын скакал к самозванцу с грамотой, где вчерашнего вора и растригу они именовали государем пресветлым. И уже князь Василий Шуйский с ловного места объявил бесстыдно, что царевич Дмитрий-то не умер, а спасся и жив. И патриарх Иов, единственный в этом безумии, просил вспомнить крестное целование царю Федору. Сорвали с него святительские одежды, и толпа издевалась над ним и таскала по московским улицам, а потом надели монашескую одежду и сослали в монастырь. Впоследствии, через 3 с лишним сотни лет, великий князь Николай Михайлович запишет: в течение 48 часов все изменили государя. Вот в то июньское утро записать это было некому, но изменили все. В старый дом Годуновых, куда перевели царскую семью, пришли князь Василий Голицын, князь Василий Масальский с товарищами, удавили царицу Марью. А молодой Федор долго сопротивлялся, и они зверски, злодейски убили его, и вся комната была забрызгана царской кровью. Ну, как через 3 с лишним сотни лет забрызгана кровью будет другая комната. И как тогда, после первого убийства царской семьи, будет смута, после второго будет тоже. Оставили в живых только сестру царя Ксению. Летописцы описывали ее красоту, и вот ее, чьи руки добивались шведский и датский принцы, в дар двигавшемуся к Москве самозванцу бояре предназначили. Когда Дмитрий въехал в Москву, он осадил коня на Красной площади, посмотрел на стоящую толпу, на Кремль и заплакал. Снял шапку и славил Бога. И толпа отвечала ему умиленным рыданием. Люди видели победу справедливости над злодейством. Природный царь к ним вернулся. И бояре тоже были счастливы. Впоследствии, мы еще вернемся к этой фразе, князь Василий Иванович Шуйский скажет: мы признали растригу истинным Дмитрием, чтобы не извести с трона Годуновых. Так они начали смуту. Но смуту в России начать трудно, но можно. Вот закончить ее благополучно никак нельзя. Так что самые грозные и самые страшные события уже стояли на пороге.